Так как YouTube немного болеет, а TikTok уже давно загнулся, буду выкладывать видео здесь. И да, для кого интересно, я никуда не пропал, а занимался все это время сервером Well Done. Здесь мы живем, развиваемся и играем на ванильно-приватном сервере. Всем привет, с вами Кирка, и сегодня я попытаюсь уложиться в одну минуту и рассказать вам, как мы уничтожили эту гору за 2 часа, и что причиталось игрокам, которые принимали участие. В один прекрасный день, когда я занимался спавном, я понял, что территории этой нам будет недостаточно, и нам, оказывается, мешает гора. Немного подумав, я принял решение уничтожить эту гору. Приступив к работе в одиночку, я понял, что быстрого результата ждать не стоит. Но на помощь мне пришли другие игроки сервера, и дело пошло значительно быстрее. И после такой благородной помощи я стал думать, что же им дать взамен. И эта мысль сразу же пришла ко мне в голову. И я решил, раз вы копаетесь, раз вы тратите свои кирки, раз вы используете это, то почему бы вам не дать возможность получить кирку с эффективностью 6? И как оказалось, такая возможность была принята весьма позитивно. Теперь игрок будет получать уникальные головы за выполнение общественных работ. И эти уникальные головы он может обменивать на нужные или полезные ему инструменты. И, конечно же, в будущем ассортимент будет только увеличиваться и торговля будет только улучшаться. И вы только посмотрите, как копает кирка с эффективностью 6, будто бы ты находишься под эффектом спешки 2, но рядом никаких маяков нет. Думаю, это хорошая награда за такой усердный большой труд. И информация о том, как попасть на сервер, будет в описании под роликом. И, конечно же, я хотел бы извиниться перед своими YouTube-зрителями за то, что долго не выпускал ролики. Все это время, что я отсутствовал, я занимался сервером и TikTok-аккаунтом. Совсем скоро я примусь за работу над созданием крупного большого ролика. И если вы боитесь меня потерять на фоне последних событий, то приглашаю вас на мой Discord сервер, там можно подписаться, следить за тем, кто что делает, и там же ловить все новости. Ну а пока, спасибо за просмотр.